45 многодетных семей Карагандинской области получили квартиры от Казахмыса. Вручение ключей состоялось в преддверии 30-летия независимости Казахстана. Холдинг продолжает реализацию программы по предоставлению жилья многодетным производственникам. В рамках данного документа с 2019 года недвижимость от компании уже получили свыше 140 многодетных семей. Кто же стал счастливчиком на этот раз, Жалгас Азганбаев расскажет. Овации и аплодисменты, букет цветов и заветные ключи от новой квартиры. То, в чего, казалось бы, невозможно поверить. Однако Казахмыс исполнять мечты продолжает уже третий год подряд. Многодетные сотрудники холдинга вновь ощутили настоящую поддержку от компании. А скоро им, возможно, поднимут еще и зарплаты. Мы тему мониторинга роста уровня жизни цен мы продолжаем. Мы обязательно соберемся в июне, мы подведем итоги. И по итогам первого полугодия мы точно так же будем принимать решения по заработной плате. Что, наверное, самое приятное, это то, что многодетные семьи получили квартиры. И это на самом деле очень приятно. Приятно-то не то слово. Вот одна из квартир в элитном районе Караганды, которую подарил Казахмыс. Новоселье тут празднует слесарь-ремонтник Нурказганской обогатительной фабрики и отец четырех детей Медет Нургалиев. Большой семье все условия. Четыре просторные комнаты и вся бытовая техника в придачу. До сих пор, если честно, не верится, что мы нам вручили ключи от квартиры. Мы всю жизнь снимали. Мы с родителями жили до 2011 года. Начиная с 2011 года мы снимаем квартиру. Вот здесь в Караганде снимали, в Джисказгане снимали. Поэтому всю жизнь по съемным квартирам ходили. Вот сейчас теперь у нас своя квартира. Поздравления и традиционное казахское шашу. В эти дни похвастаться наличием как раз-таки своей квартиры смогут многие многодетные казахмысовцы. Кстати, празднуют и в столице. Там одна из 45 подаренных квартир. Осознавая свою социальную миссию, холдинг продолжает создавать комфортные условия для рабочих не только на работе, но и вне. Жалгас Азганбаев, Вера Шеллер, Дмитрий Оборок, Нурлан Уздикбаев, Атамикен Бизнес, Карагандинская область.